Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэм по видеообзору вот такого пластикового корпуса вот, для установки в него различных прикуривателей, вольтметров, USB, разъемов и всего прочего на любую практически поверхность, в лодке, в машине. Вот, то есть вам не нужно уже сверлить самостоятельно какие-то отверстия, портить какие-то поверхности. Вот, а вы просто прикручиваете в нужном месте вам этот корпус и устанавливаете в него все, что вам необходимо. Вот. Данный корпус имеет размеры, максимальная ширина у нас 15 сантиметров, максимальная глубина 7,5 сантиметров и максимальная высота 5 сантиметров. Это достаточно удобно. Вот. Могу сказать, что пластик достаточно эластичный, хорошо относится к физическому на него воздействие, то есть не нужно бояться, что вы ударите и он расколется. Вот, поэтому могу рекомендовать данный корпус для установки в него различных элементов электрики, вашу, например, лодку, катер или куда-то еще, куда вам может это понадобиться. У нас на сайте вы можете, ссылочку найдете ниже в описании. Вот, на сайте можете найти необходимые розетки, разъемы, вольтметры. Также можно посмотреть корпус на один разъем. Вот. Итак, понравилось, корпус можете заказывать у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Подписываться не забываем на наш канал. Рекомендую.